Вообще горы это, конечно, безусловно, очень агрессивная среда. Вот вы сами себе почувствовали сегодня, какой был ветер, да, сегодня страшный. Да, мы собираемся идти в горы с Максутом Джумаевым в поход. Максут Джумаев – это знаменитый казахстанский альпинист, который покорил все 14 восьмитысячников. Заслуженный мастер спорта по альпинизму. Ну и просто хороший компанейский человек. Ну, в общем, ладно, мы сегодня первый раз идем. Покажем, что надо бросать курить, пить и идти в горы. Немедленно. Меня Константин, Мира. Жумаев Максут, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта по альпинизму. Мы идем в горы сейчас. Идем не просто так. Значит, сейчас мы собрали большую, хорошую, правильную команду. Команду мы назвали «Здоровая команда Invitor». Мы за правильное отношение к жизни, а именно за активный отдых, за спорт, за путешествия, за все, что связано со здоровьем, потому что здоровье – это наше будущее. Меня поддержали ребята из большого спорта, как олимпийские чемпионы, путешественники, очень известные люди. С нами едут журналисты и блогеры для того, чтобы правильно осветить это мероприятие. Моя задача как человека, как спортсмена-альпиниста, как можно больше донести до людей, что горы открыты, что заниматься спортом – это не обязательно только бросить пить и бросить курить. Главное – это отношение к жизни. Идем на Баб. Баб – это большой алматинский пик, высотой выше 3000 метров. Идем, совершим восхождение бескислородное. И само восхождение для новичков будет, безусловно, тяжелым. Но я для чего? Для того, чтобы мечты сделать реальностью. Поэтому идем, все нормально, как говорится, восхождение состоится в любую погоду. Задача у нас какая? Чтобы нас поддержали потом молодежь, дети, родители. Дать импульс дать в правильном направлении, как можно двигаться. Александра. Я генеральный директор компании Invitro. Invitro – это крупнейшая медицинская компания. Максут, какая высота у нас, по которой мы идем? 3642. 3642. Ну, там плюс-минус. Вершина, вот, Большой Алматинский пик, она была моей второй вершиной вообще в моей спортивной карьере. Так, туда я тоже шел в гражданской абсолютно ботиночках, таких простеньких очень, зимних. Ну, вот, видимость есть. Это самое главное, что была видимость. Правда, вот тоже рассказывал, как нас и молния ударила, но в это время года молнии не бывает. Это хобби или образ жизни, Максу? Горы? Не, ну горы – это мой дом. Это болезнь. Да, это… Это болезнь. Ходишь, она да. Какие анализы не сдавай, какие пробы не бери. То есть ее вылечить невозможно. Все спортивные, не все, а избранные спортивные общества Казахстана, ну, сотрудничают с Invitro. Нет.
на месте, нам надо спуститься. Боевое. Великолепное. Ждем сейчас еду, заряжаемся. И все. Тема. Пойдем высоко и далеко. Мы приготовили ланчбоксы, которые каждому придется взять с собой. Это небольшой перекус. Так. Ребята, кому палочки? Да. Давайте. Для еды? А? Нет. Так, давайте, держите. Кому? Ребята, идем одной дружной, сплоченной командой. Видите, погода специально такая вот показывает нам свой характер. Для чего, ребят? Для того, чтобы проверить, из какого теста мы сделаны. Мы из хорошего теста сделаны. Да. Сейчас, да, бутерочек. У кого есть бафы, натягиваем. Забыл, что 10 бафов. Вот, ребята, поэтому идем одной группой. Не растягиваемся. Задавайте мне вопросы. С нами будут идти мои помощники. Это Мирам, он же врач. Макжан. Я замыкать вот. Буду. Да, он замыкает. Ценный. И Асеф. Ребята, поэтому сейчас выдвигаемся. Первый привал сейчас будет на перевале Ветров. Там еще раз соберемся и дальше пойдем. ЦУ я дам всем. Хорошо? Считаю так. Один пошел, два, три пошел. Так, четыре. Так. Сегодня страшный. Вот и ледяная крошка, да, вы каждой клеткой своего кожи лица почувствовали, как вот она как впивается вот этот снег, маленькие такие кусочки льда, которые летят со скоростью большой. И вы останавливаете этот весь лед своим лицом. И, конечно же, я уверен, что у вас у всех была идея. А зачем нам это нужно? А зачем мне это надо? Альпинисты то же самое. Каждый раз задают себе это. С каждым шагом, поднимаясь в гору, они задают себе этот вопрос. Зачем? Да. Я надеюсь, что вы не заразитесь, заболеете горами. На самом деле это круто. Я первый раз вот пошла, потому что у меня сильно радио. Это здорово ходить в горы, быть здоровым. Всем того желаю.